Началась поездка. Около 40 международных путешественников из более чем 20 стран, освобожденные от оккупации Карабах и Восточный Зангезур. Возглавляет делегацию Чарльз Вели, основатель входящего в четверку крупнейших клубов путешественников мира, американского клуба Most Traveled People. Путешественники из разных стран сначала побывали в Шуше, где ознакомились с проводимыми Азербайджаном сжатые сроки созидательными работами на местах, разрушенных в результате армянского вандализма. Затем они отправились в Агдам. Следует отметить, что их поездка продлится 3 дня. Зарубежные путешественники побывают также в Ходжавенде, Физули, Зангелане, Джабраиле. Поездка имеет исключительное значение для популяризации освобожденных территорий как образец черного туризма. Это интересное приключение, я узнал много нового. Это мое первое посещение Карабаха. Я стараюсь отобразить все увиденное мною этому старому миру. В своей жизни я повидал много разрушений. Все, с чем я здесь столкнулся, меня очень огорчило.